Что это за вонь? О, клёво. Ладно, можешь гнить тут. Начало хорошее. Какого чёрта? Направит вас вниз с обрыва. Эти уроды шастают у нас под носом. Oh, my God.
все? Ага, это все. Вот, подожди. Боже ж мой. Главное, не лезьте ко мне. Двое есть, остались еще сотни. О, боже. Долго пробовал. Если семья тебе дорога, может, не надо вступать в секту психов?
Кто это? Говнюк. Зашибись. Пригодится. Врата мучат. Перемирие кончилось, а вы все равно придете сюда. Хочешь мира? Легко. Сиди на своем острове. Ну вот, хотя бы одна разумная просьба. Она же не джин, чувак. Ты о многом просишь. Айзек, ты превратила сумасшедшую в мученицу. Солнце садится.
Земли псов еще без отродить чем-то. Как здесь вообще хоть кто-то мог жить? На нас лежит благословение пророчицы. Она научила нас простой жизни. Столько памятников излишеств. Какая трата сил. Они сами навлекли свою погибель. Доведем до света. Конечно, я пришла в гости прямо к шрамам. Очень мило. Хотя и жесть, конечно.
чокнутая сука. Ты хоть понимала, во что это выльется? Старейшины будут рады видеть лагерь так близко от рабочих. О, черт, просто шандрай вниз. Но для наших целей сгодится. Может, нам помочь с поиском беглецов? На закате Эмили Оуэн! Оуэн! О, все в порядке? Да. Я не вовремя? Нет, нет. Ну, так что? Пришел приказ, ведь на минуту отвлечемся от Айзека. Оуэн. Когда ты последний раз здесь была? Посмотри, какая красота. Элис здесь? Мэл ее выгуливает. Как у вас дела-то? Семейная жизнь в норме? В целом, да, она, знаешь, бывает очень нежной. Не то, что я, правда?
Ну, под твоей напускной крутизной тоже нежная натура. У тебя дырявая память. Избирательная память. Ты закрашиваешь рисунок Макса? Я добавляю деталей. А когда-то ты умел только цикаду на стенах рисовать. А, в том месяце к нам пришла еще одна цикада. Бывшая цикада. Она тоже слышала, что объявлен общий сбор в Санта-Барбаре. А подтверждение какое-нибудь нашлось? Нет. Ожидаемо. Ты что, на курсы лучников ходил? Типа того. А, так вот для чего мишень. Да, мы с Мел устроили соревнования. Тебе это вряд ли будет интересно. Долго вникать. Я поняла, что ты делаешь. И это работает. Излагай. Ладно. Видишь мишени? Ага. Порази, сколько сможешь за отведенное время. Тогда впишешь меня, если наберу больше. Хорошо. Одна есть? Я тобой горжусь. Две готовы. Еще много. Встряхнись. О, молодец. Ни хрена себе. Пять. Еще столько же. Тридцать секунд. Картину не попорти. Что, так только лучше. Ой, прям в самое сердце сейчас. Я тобой почти горжусь. Осталось 10 секунд. Осталось всего одна. Не промажь. Ну охренеть, ты побила мой рекорд. Еще ведь осталось время. 5, 4, 3, 2, 1. Получилось! Ха! С первого раза. Ты впечатлился? Да, супер. Все-то ты умеешь. Напиши мой результат на доске. Напишу. Потом. А... Ты боишься, Мел узнает, что я заходила? Нет. Ей все равно. Ну, тогда напиши, Оуэн. Ладно. Успокойся. Ладно, я хочу еще кое-что тебе показать. Поднимайся. Что именно? Труп капитана? Я его уже видела. Ты же не напялил на него шапку Санты? Что? Нет. Хотя смотрелось бы круто. Но это еще круче. Идем. После вас. Что это здесь? Нарядно. Сейчас будет еще лучше. Ну, садись. Взгляни в окно. На, держи. Ну? Хороший вид. Ой,
Иди ты. Мещанка. А надо врать? Да, само собой. А, ей очень нравится Рождество, и у нас годовщина, ну и... По-моему, очень мило. По-моему, иди ты к черту. Нет, правда, меня вот не любят и не дарят такое. Не заслужила? Что, подарков? Или чтобы любили? А что ты такая веселая? Разве? Не ходи на тренировку. Эбби, вот выйдет Луна. Я нашла брата Джоэла. Он в поселении в Вайоминге. Кто тебе сказал? К стене пришли цикады, они с ним служили. Он же давно ушел от них. Да. Ну, они с тех пор его встречали? Это след. Я должна рискнуть. Да, но даже если ты его найдешь, если он вообще жив, он может ничего не знать о Джоэле, так? Другие знают? Все согласны. И Мел тоже. Пойдем на той неделе. Айзек не согласится отпустить разом столько людей. Айзек согласен. Да брось. Он двумя руками за справедливость. И он знает про Джоэла. Эй. Ты же меня поддержишь, да? Конечно. Полны греха. Пускай познают свободу. Яра! Где же второй апостат?
Подрежьте ей крылышки. Демоны близко. Срежь ее. Она же из них. Лев. Последний. В
вы как цел? Ага. Надо уходить, пока не прибежали другие. Как тут сориентируешься? Ты точно знаешь, куда идешь? Нам нужно сюда. Какого черта идем? Это здесь! Трупы свежие. Есть обходной путь? Не думаю, мы сюда не пошли. Давай, Лим. Открывай. Пошли. Давайте. Я помогу. В порядке? Да.